Удостоверение, пожалуйста, в развернутом виде. Представьте, пожалуйста, где ваш значок? Как нету значка? Согласно 185-го приказа, вы должны нести службу со значком. Так, давайте, дружинник. И что это такое у вас? Что за вкладыш? Чернышов Владимир Николаевич. Кто является дружинником безопасности дорожного движения? МВД по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Недействительно. Что недействительно? Читайте, читайте дальше. Ну что, я читаю удостоверение без вкладыша. Ну хорошо. Ну, вот вкладыш есть. Ну хорошо. Почему вы несете службу без значка? Какой значок должен быть у дружинника? Я не знаю, какой у дружинника, но вы должны меня останавливать. У дружинника значка не должно быть. Ну хорошо, что вы мне покажете? А? Что это такое? Ваша скорость. Почему это моя скорость? Где это сказано, что это моя скорость? Вот идет время. Ну и что? Идет время. Вы мне покажите, где мой номер. Нет, покажите вы мне мой номер, где написано, что это моя скорость. Сейчас инспектора позовут, а да он объяснит вам. Да подождите, это вы меня остановили. Тихо. Здравствуйте. Ваши дела по ней. Ваши документы, пожалуйста. Удостоверение, пожалуйста, сразу на то видите. Извините. Старший лейтенант милиции Панеев Андрей Сергеевич, ДПС ГИБДД. Значок 47-01-28. Слушаю вас. Ваши документы могу видеть. А что случилось? Вы нарушаете правила дорожного движения, превышаете скорость. 84 км в час держитесь по населенному пункту. Хорошо, скажите, пожалуйста, как вы узнали, что это скорость моя? Очень где просто. Это показано? Это зафиксировано прибором. Кем это зафиксировано? Кто этот прибор держал? Кто выявил правонарушение? Пригласите его, пожалуйста. Он только что был здесь у вас. Это не сотрудник, я не видел у него значка. Согласно 185 приказа, сотрудник должен стоять со значком. Совершенно верно. Ну, то есть... Согласно правилам дорожного движения, должны предъявить документы свои по требованию сотрудника милиции. По требованию? Да. Только в случае нарушения. Здесь стационарный пост? В случае нарушения. Вы нарушали правила дорожного движения. Ну, вы докажите, что это моя скорость. А я вам покажу. Хорошо. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Страховой полис, пожалуйста. Пожалуйста, страховой полис. Страховой полис. Нет, я не пройду никуда. Я буду находиться здесь, на транспортном средстве. Со своей скоростью не согласен, правильно? То, естественно, не согласен. Вы как можете сказать, что это моя скорость? Ну, объясните мне, проехал рядом со мной, двигалось еще две машины. Сзади и спереди. Вы мне показываете 84 километра, а я говорю, что я ехал со скоростью 60. И мне подходит человек без значка, вообще непонятный, в неуставной какой-то форме. Вот это у вас как? Какая форма должна быть у дружинника, объясните. Вот человек стоит по форме, посмотрите. Я на каком основании он выявляет правонарушение? Какой вы документ? Где ваш значок? 185 приказ достать. Я не знаю, какой должен быть у дружинника, значит, должен меня инспектор останавливать и выявлять правонарушение. Возможно, в этом вы правы. Я действительно в этом прав. Я даже и... В этом возможно вы прав. Но... А на каком основании? А то, что вы нарушаете скорость, это ваше нарушение. Это... Да это не моя скорость, я вам еще раз говорю. У меня скорость была 60 км в час. Впереди меня ехала машина и сзади меня. Впереди не было машины. Что вы мне рассказываете? Впереди меня ехал, по-моему, если я не ошибаюсь, Opel. Впереди меня ехала машина, я ехал за ней со скоростью 60 км в час. Откуда взялась эта скорость, объясните? Я не знаю, откуда она взялась. Откуда? Я не знаю, вы мне даже времени показали. Хотя это... Вот, вот время с момента... Хотя, ну вы понимаете, впереди меня 10... Даже 10 не было. Допустим, 3 секунды. 3 секунды. Не тебе, а вам. Вам. Научите, пожалуйста, дружинника общаться. Время. Хорошо? Вот. Я не согласен с этой скоростью. Если вы считаете, что это моя, выписывайте протокол. Я его обжалую обязательно. Я напишу... Все. Я не считаю, я ехал со скоростью 60 км. У меня свидетель, вот, супруга сидит. Пожалуйста, составляйте протокол. Не забудьте ее вписать, пожалуйста. Паспорт ее дать или что вам дать? Хорошо.
Ну, вы задерживаете мое время. Сергей Александрович, да. Пожалуйста, на проемке для проверки документов по базе ЕС. Нет, я не пройду никуда, я буду находиться в своем транспортном средстве. Проверяйте, пожалуйста, что хотите, делайте запрос, хоть что. Я буду находиться в своем транспортном средстве. Сергей Александрович, возьмите ваши документы. Если бы нарушение выявлял бы я, да, я бы вас, конечно, наказал. Но так как я сидел в машине, и, соответственно, я вам делаю свое предупреждение. В дальнейшем так не нарушайте. Хорошо. Скорость была 60 км в час. Скорость была 60 км в час. Ну вот видите, поэтому вы не можете меня... Вы меня обвиняете, что я нарушил. Почему я не пишу постановление? Постановление? Я так думаю, протокол. Вот, правильно. Всего хорошего. Не нарушайте. Постараюсь.